Друзья, всем привет! Сегодня будет короткое, но интересное видео. Разберем такой редкий продукт Toyota Gipoy Gear Oil LSD SAE85W90 API GL5. Это продукт для самоблокирующих дифференциалов Toyota, для дифференциалов повышенного трения. Используют его многие Toyota-воды, поэтому этот продукт интересен многим. Где производится, кто делает, какая база используется, какая температура застывания и так далее. Давайте по порядку. Производится этот продукт в Японии. По заказу Toyota Corporation его делает GXTG на своем заводе EMG. Это мы можем увидеть с вами в открытом доступе. Информация есть на MS-деске, она указана в свежей, который я скачал с сайта сегодня. EMG расшифровывается как ESAMobile General, хотя как самомобил он уже не имеет отношения, этот завод продан давно уже. GX. Базовое масло сейчас используется для производства GXTG. Раньше это была база ExxonMobil, сейчас это база GX. Эта информация инсайдерская, к сожалению, вы не найдете нигде информации в свободном доступе, поэтому просто поверьте мне. Что касается упаковки самой, упаковка стандартная. Эту упаковку производит тот же самый завод, который делает для всех оригинальных продуктов других. Банки Nagao Seikan. В данном случае это завод, который находится в Окаяме. Еще есть второй завод, который находится в Чибе. Тут будет логотип тогда NSW. На верхней части упаковки у нас указана дата производства продукта, розлива непосредственно. На нижней части упаковки у нас указана дата производства самой металлической тары. Отличительные особенности оригинальной упаковки те же самые, о которых я рассказывал миллион уже раз. Шлифовка металла параллельно длинной стороне упаковки. Мягкий пластиковый язычок. Ровный сварной шов на боку канистры шириной примерно 1,5 мм. На нижней части упаковки обязательно у нас следы от колечков конвейера. Ну и в общем-то все. Вес этого продукта. грамма. 3985 вернее. Давайте с вами проведем небольшие замеры. 3985. Тара пустая, у меня тут есть образец пустой тары, весит 392 грамма, 392, берем с вами калькулятор, отнимаем, 3985 минус 392, получаем с вами 3593, чтобы понять плотность, делим на 4000 миллилитров, получаем с вами 0,9 плотность продукта. Что у нас указано в МСДС? В МСДС указано у нас 0,9, что соответствует заявленной плотности. По этому продукту есть определенный нюанс, который я, честно говоря, не сильно врубился. Посмотрите, здесь указано в МСДС температура застывания минус 12 градусов по Цельсию. Продукт минеральный, температура указана в явной форме минус 12 градусов по Цельсию. Соответственно, этот продукт и мы в том числе продаем в России, ну, достаточно давно уже, уже несколько лет, и зимний период также абсолютно продаем его нормально, абсолютно. Не было ни одного нарекания, все люди его используют, и не было ни разу ни одного случая, когда продукт был замерз в заднем мосту. Так вот, у меня к вам вопрос, к моим подписчикам, кто использовал реально этот продукт? Возможно, конечно, температура застывание здесь немножко преуменьшит, а возможно она в самом деле в реальности, ну как бы грубо говоря, она там может быть до 20 градусов, 25 держит. Поэтому если у кого-то есть опыт реального использования, обязательно отпишитесь, расскажите, как у вас этот продукт работал в вашем автомобиле, потому что мне это реально интересно. Честно говоря, когда я увидел технические характеристики продукта, меня это немножко в ступор ввело, потому что, несмотря на то, что продукт минеральный, все-таки минус 12, это как-то уже слишком. Поэтому, пожалуйста, пишитесь в комментарии, пришлите свой опыт использования. Это будет очень полезно не только нам, всем с вами, но и новым покупателям, которые будут его использовать. Японцы очень часто его используют, когда мы были в Японии последний раз, я вот на станциях очень часто видел, когда продукт этот был представлен там в разных емкостях, то есть его японцы используют, сами заливают, температурный, конечно, у них режим в Японии немножко другой, но тем не менее. Пожалуйста, отпишитесь, жду ваши комментарии в описании к этому видео. С вами был Антон Воронков, надеюсь, это видео стало для вас полезным, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, всем пока.